И снова всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж, и давайте рассмотрим все приемы, которые мы используем с кулаками. Значит, кулаком мы можем работать прямым, настоящим, да, прям сворачиваем полностью, как вот пастушек и единоборство сворачивают, да. Можно, значит, делать подкручивающие такие движения, спиралевидные. Можно им растирать вот так вот, прям костяшками пальцев. Если кому-то костяшками больно, вот этой стороной разворачиваем и прямо вот этой стороной. Можно пройтись с вибрацией. Вот вдоль мышц мы проходим с вибрацией. Соответственно, вот, например, трапециевидные мышцы, они идут вот так, а с этой стороны вот так вот, да? Значит, да, голову ко мне разворачиваем. Вот верхнюю трапецию прошли, среднюю трапецию. И нижнюю трапецию, вот прям я ее практически нарисовал полосы, видите? Как бы мы раздвигаем волокна и между ними вот растрясаем, то есть вот расстояние, чтобы фасции растянуть. Также поперек проходим волокон, да? Ну, например, это вот для плеча, для ягодицы, вот поперек волокон, волокна так растут, да, вот мы поперек их проходимся. И с вибрацией растрясая их вдоль волокон. Также используем кулаки для растяжения позвоночника, для декомпрессии. Например, вот уперлись, в крестец толкаем к ногам, а поясницу толкаем в другую сторону. Вот наши руки отходят друг от друга. Вот видите, мы как бы сжали, разжали. И вот такую скобу доводим до самого верха. Упираясь череп относительно крестца, вот, тянем в разные стороны. Как я уже многократно повторялся, то от нашего базиса все кости, которые ниже находятся, толкаем вниз, которые выше, толкаем вверх. Так, ну как мы еще кулаками работаем? Вот захватываем за стистоотростки, прям вот острием впились, с другой стороны большим пальцем, да, и вот начинаем расшатывать. В эту сторону и в эту сторону, вот, прям костяшками впился, да, всеми. Большой палец всегда сильнее против каждого другого пальца, поэтому мы все пальцы, все четыре используем. С этой стороны, с той стороны большим пальцем и расшатываем. Можно с утяжелением. Также, когда мы вот так вот кулаком проводим, то по остистам я вам говорил, да, что костью по кости бить больно, поэтому мы остисты пропускаем вот между этими пальчиками, либо этими. Придавили и вот расшатываем. Видите, я на остисты не попадаю. Но зато тело хорошо расшатывается. Видите, вот обратите на заднюю часть, она продолжает шевелиться. Хотя я уже нахожусь возле шеи. Хип-хоп, ла-ла-лей. Так, и еще у нас есть лапа леопарда. Это когда мы... небольшая вот заметка по поводу вот этого приема. Здесь мы нависаем по центру над возделываемой зоной, да? Разделываю ямой зоны, вот, чтобы растянуть. И локтями отталкиваемся от себя, как бы вот. Оттолкнулись вот так вот, чтобы было растяжение прямо. Растяжение полное. Теперь прием лапа леопарда. Значит, сворачивают, кошечка коготки убирает, да, так, чтобы не торчали они, а полностью была вот такая вот блюдечко тут, да. Если блюдечко мы кладем, и вот начинаем. Лапа леопарда превратилась в шестеренку. Вот она обрабатывает любую зону. В шестеренке надо потренироваться, чтобы пальцы ходили вот так вот веером. В эту сторону и в эту сторону, по одному. То есть вот потренируйтесь, значит, пальцы прямые веером, вот туда, сюда. И сделали лапу леопарда, полностью прижали их. По одному сюда, по одному в другую сторону, вот они ходят. Это удобно, например, вот мышцу подкидывать. Вот раз, два, три, четыре. Да? Раз, два, три, четыре. Пальцы ходят по очереди. Вот потренируйтесь. Прижали руки. Не вот так поставили, да, а вот прижали плоскость сюда. И поднимаем указательный палец. Палец самый длинный каланча. Палец безымянный, палец мизинец. И в обратную сторону потренировали свои пальчики. Они должны расширяться, идти на расширение. Плохо, когда они не гнутся, да, когда вы там два пальца держите. А работать буквально вот одним. Включайте в работу все костяшки. Вот этими костяшками мы работаем, получается.
Так, также можно две шестеренки сделать. Вот друг против друга они трутся, да, и как бы заживали ткань между собой. Вот. Вместе работают и по очереди работают. Вот шестеренки, да. Очень удобно это вот на всяких круглых поверхностях. Например, на ягодице. Также используем лапы леопарда для растирания. Можно с утяжелением. Вот видите, сразу пошла гиперемия, покраснение. Растираем. Также лапы леопарда можно, вот, например, упереться в череп и подтянуть, например, кости с вибрацией. Обратите внимание, чтобы напряжение снять с рук, я руки сделаю прямые и за счет корпуса, корпусом вытягиваю. Вытягиваюсь, отталкиваюсь ногой. С вибрацией. Теперь лапа леопарда такой универсальный кулачок, да, который превращается в куриную лапку. Это ставятся все пальчики близко и расширяются в ширину. Все на расширение идут, видите? То есть вот соединили и расширяемся. Расширяемся. Вот. Ну, название взято оттуда, если видели, как когда-нибудь куриную лапку отрезано, да, там если за сухожилие потянуть, то все пальцы распрямляются у курицы. Соответственно, используем для чего? Ну, например, вот ППС, сустав уперлись, а здесь отводим мышцы от костей. В данном случае крестцового от крестца, а тут от подвздошной кости. Вот, все идет на расширение, движение короткое, расширяем. Также мы, когда вот рисуем палеты, руки под лоб, вот, акупунктурно прожимаем точку, вот это место крепления мышц между кремиальным отростком и ключицей, да, и вот отжимаем дельтовидные мышцы, вот где они крепятся здесь вот по кругу, отжимаем их в сторону и, соответственно, продавливаем, видите, двойной прием, потому что давим еще на акупунктурную точку. Вот, все идет на расширение, прием называется эполеты. Еще раз показываю. Также можно на ладони, например, когда руки массируем, ставим на сухожилие, которое крепится к запястью, а все пальцы идут как раз между перепонками его пальцев, вашего пациента. И вот на расширение, вот они, вот во все стороны разъезжаются, во все стороны. Видно, да? Так. Ребятки, ну вот вам домашнее задание. Потренируйте все эти приемы, используйте их в своей работе. С вами был Олег Алавгудвин. А в следующем видеоролике я покажу еще новые приемы. Поэтому будьте с нами, подписывайтесь и ставьте лайки.